Приветствую вас, дорогие друзья! Я Донис, мы продолжаем проходить ремейк второго Silent Hill'а. После тяжелейшей битвы с мясом в клетке, возможно, это был наш приятель Обжора из кинотеатра. Мы оказались в этом месте. Я не знаю, это все еще больница? Да, это комната отдыха. Такая прекрасная, понимаете? Вот здесь вот надо отдыхать. Но вообще уровень мне безумно понравился. Один из моих... Точно мой любимый в этой игре, и вообще один из моих самых любимых подобных игр, наравне с полицейским участком Resident Evil 2. Там более все как бы реалистично, что ли, ну, плюс-минус наш мир, просто зомби с апокалипсисом. А тут мы как будто в какой-то параллельной вселенной находимся. И так хорошо, и так интересно. Мне кажется, эта игра больше вайба сохранила оригинальной версии с PlayStation'а. Resident сильнее был переработан. Во всех смыслах. И в цветовой палитре. Посмотрите, вот именно все, как было, они сохранили. Ведь это часть самого Silent Hill. Вот эти вот желто-коричнево-серые тона. Ну и, конечно, звуки в этой игре. Да, да. Возможно, лучшие звуки в истории игр. А там же еще какая-то мелодия была известная. Крутая. Это из этой части или нет? Супер известная. У меня друг школьный. Фанател прямо вообще. Что-то я на гитаре играл там. Акира Ямаока, да? Композитор. Так, ну что ж, надо идти дальше. Я тут немножко из ритма выпал. Сейчас буду вспоминать, как воевать. Пару дней и не играешь, и все. Ну, стоит убить одного-двух врагов, и все в порядке становится. Приходится три игры практически одновременно проходить. Сложные. Все три игры классные. Да, и отдельно хотелось бы отметить работу вот этого актера. Я так понимаю, мимику же он сам записывает, да? И озвучка, вот эти вот вздыхания его, сопение. Ну, высший пилотаж. Возможно, это вообще лучшая актерская работа в видеоиграх. Как по мне. До того все круто, достоверно. 5 пулек. Так, нам надо девочку найти. А, она нас обманула же, точно. Как ты меня зовут? Не Шерил. Мне в голове только Шерил. Но у меня проблемы с именами. Да, можно только упасть. Нас не пустят. Ладно, поехали. А что это? Вырвано? Кнопка. 3-й этаж появился. Он, может, был? Все дальше и дальше к безумию. Ох уж эти лифты. Silent Hill'а. Хотя в 90-е годы в России некоторые лифты были похуже. Скажем честно. Вау. А, это тут мы воевали. Вот. Это все, что от него осталось. Кодовые замки. Все время они, без них никуда. Что ты будешь делать? Они преследуют. Как будто нашего Джеймса фобия. Так, это враг, да? А, это слизь. Звук же радио должно быть, да-да. Фишка с радио — это нечто. Как они додумались до этого? Оттуда должна мразь встать. Был бы очень красиво и эффектно. Так, патрон для дробовика. Один, но даже это хорошо. Да, нужно больше таких игр. Больше подобных. Жанр бомбезный. Можно от первого лица тоже. Ну как, Крезик 7-8. Так, наша знакомая. Я вроде умею с ними общаться, да? Сейчас проверим. Пожалуйста, забыл. Забыл. Забыл, как общаться с женщиной. Ну, колись. Так, все, хорош. Плохо выстрелил. Вторая идет. Ты посмотри, какая падла. А она немножко другая. Может, по ней больше урона требуется?
Давай, зараза! Скотина! Да, я уворачиваюсь, она все равно бьет! Хорош! Сволочь такая! Больше ты не будешь мучить пациентов! А, кстати, посмотрел, тут написано было, что этот госпиталь для тех, кого уже нельзя вылечить, и они просто облегчают страдания. Ну, во всяком случае, объявление такое висело. Но слово какое-то премудрое. Хотя, может, это не про весь госпиталь, просто объявление такое висело. Рядом с мэрией, между прочим, когда выходишь от, из комнаты, где лежала мэрия, там вот это объявление висело. Без пекаля очень тяжело с ним. Он еще уворачивается. Все? Звук еще играет. Все лекарства, что я нажил, потрачу сейчас. На, новое дает. 6-1, нормально все равно. Ух, забился унитаз, видимо, дрожжи кинули. Да, это уже совсем хреновая стадия, когда все вот в решетках и таких становится, разлагаются стены. Там проход, по-моему, сзади был, но я решил тут осмотреться пока что. Все меньше и меньше от нашего мира остается, все больше и больше от этого ада. А, мы по цепям идем. Да, самое страшное, что я пули все потратил. Ну а как иначе? Эту тварь надо было тратить. Ах, как мы танцевали. Движение рук, синхронность тел. Играла музыка. Но в каждом танце наступает момент, когда надо повести. Музыка становилась все громче и громче. Гремела, продирала до костей. А затем тишина. О, как. Переворачиваем. Ничего. Ага. Снимки опять. С цепями. На горле и в голове цепи везде. Они любят цепи, да. Проволоку, цепи. Пули. Пекальные хотя бы. Так, это просто манекен. Наверное, не просто, но манекен. Молоточек. А, надо проверить рефлекс. Я знаю такой. По коленке стукнуть. Тупое орудие. А он тебя пнет ногой, да? О, как. Должен тут еще инструмент какой-то использовать. Окей. Ну все, тут мы больше сейчас ничего не сделаем. Надо что-то найти. Что-то шевелится. Да-да-да-да-да, слышу. Блевун? А, дамочка. Ну, я же нажимаю! А, ей пофиг, ей посрать. А ты можешь? Хорош! Там блевун еще ползал! Двоих вас прямо вместе, любовничков. А, это взрывной. Трындец! Окей. В какой-то момент мне казалось, что слишком все легко, под контролем, все, ага. В такие моменты игра дает поддых. Как бы заманила меня.
Это реально похоже на чей-то ужас. Не более одного патрончика за раз. Охренеть. На этого надо тра... То есть не сосчитался? Но это баг. Это баг, слушайте. То есть стена считалась. А, тут через стену не проходит просто удар. Трындец! Через пролом стрелять нельзя. Какую пульку загубил? Пять патронов, кстати, нормально. Вообще как-то жестко. После сражения с этим боссом могли бы подкормить. Дать расслабиться. Ну, типа, больница была вообще расслабление, по их мнению. Ага, нам туда. Окей. На-на, Джеймс, не из такой жопы вылезали. Вначале тоже тухо было. Так. Ну подойди. Тут до тебя далеко не ходить. Три пульки. И добиваем. Смотрите, отходы какие-то. Охренеть. Это взрывной. Так, и в бердение сразу заходить нельзя. Уже 8, ты смотри как. Так. Дамочка. А это классическая белая. А то была афра. Она 3 удара принимает. Да, 3-й удар лишний был. Да. Как жестко-то. Такие размашистые, еще вращаться правильно надо. Вот, когда был у меня дробовик, все было хорошо. То есть, когда пульки были. Ох, как же жестко. Все, нету лекарства, понимаете? Ты загружайся. Мы будем страдать. Теперь особенно жутко стало. Одно дело, когда у тебя есть патрончики для дробаша, когда есть лекарства. Ну да, играется очень весело. Можно шутить. А когда... Ничего нету, ты при смерти. Это как-то не до шуток. Бы выжить. Так. Кто там еще? Тут дамочки, да? Там, по-моему, стоял кто-то. Видите, вот не вовремя, и все. Сзади. По-моему, сзади кто-то. На, твои все убили. Да, сурово. Смерть отрезвляет. Откуда мы начинаем? А, отсюда, нормально, что у нас? По лекарствам, к сожалению, нельзя сразу посмотреть, надо лезть в инвентарь. Так, а что я тут сделал здесь?
отломил руку, да? Дальше надо проломить глаз или что-то вставить. Давайте внимательнее тут осмотримся. Может, тут есть какие-то вещи полезные? Я просто вперед бежал. А надо пособирать. А! Это проход получается там? Ну да, 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 да. Я узнал локацию. Давайте спустимся, здесь погуляем немножко. Сбавим темп. Да, я уже говорил. Мне нравится, когда локация вроде то же самое, но сильно измененная. Вот тут пролезть надо. Надо ресурсы восполнить. Вот. Вот. Ну, сколько? 2 патрона для дробаша. Это богатство. Неимоверное. Какие звуки, а? Прелесть. Где это мы сейчас? Вот, все обрисовали плюс-минус. Женская раздевалка была. Ну, все, узнаю. Процедурный кабинет. Ящик в цепях. Попробуем в другую сторону сходить. А, тут только наверх. Так, а сохранения здесь нету? Где-то было вроде. Так, дамочка там. Падла. Давай, иди ко мне. Иди, не бойся. Видите, она необычная дама. Да блин. О. Видите, по ней не про... Ей нельзя так! Не особый подход по роже требуется. С дробаша ее не ваншотишь, то есть не сбрасываешь. Ты черная. Афромедсестра. О, хорош. Хотя бы один. Ну. Ну вот так вот, да. А, тот самый, помните, которого через перегородку не мог убить? Что перегородка волшебная. Для пекаля. Все мы тут собрали? Не, ага, видите эту мразь? Я думал уже уйти спокойно, не. Хотя бы этот не черный, обычный. Сзади точно никого? Не. Лекарство взял, 4 пульки потратил. Надо было 3 добить. Экономнее действовать надо. Тут жопа была. А, или не тут, надо вниз спуститься сначала. Там дальше жопа была. Сохраниться бы. Получается, мы много прошли. Ай-яй-яй-яй-яй. Поодиночке их забивать надо. Ну, не подойдет?
Падла. Та собака не приползет сюда? Два. Подойди. Вот бы не стригерить других. Это классическое, обычное. Ползет сзади, по-моему. БДСМ костюме. Вовы дает. Это нормально, видите? Она хорошо принимает. Вообще хорошо. Ну, относительно. Ну, терпимо. С ней можно разговор вести. Конечно, падла, но терпимая. А вот черная такая нехорошая. Черная получается самый сильный пока что враг в этой игре. Ну там как раз черная, если не ошибаюсь. И у нас нету ничего вообще. Давайте вылечимся хотя бы максимально. Ну что это такое? Он стоит. Он стоит там. Я, он бьет мимо! Какого пениса? Почему я мимо ударил? Ох, а чего так быстро? Повезло. Мы всегда такие слабые. Или по-разному разные удары действуют. Лечимся. Ой, как приятно. Где-то же здесь... Да. Не, на него нельзя тратить. Там, потому что есть более... То есть надо ждать, когда он нападет, только после этого можно. Ой, третий прошел. Все? Он само? Там еще сзади осталось черное. Эх, пока не буду ее трогать. А кто здесь? Там колдовая вообще-то. Давайте черную победим. Четыре пульки есть, всадим в нее и добьем. Там колдовая. Может быть, патроны для дробаша будут. То входить в такое узкое помещение слишком опасно. А, тут еще проход есть, смотрите. Ах ты ж. Нет, оказалось, там стояла. Так, радио уже будет работать, да, не забываем. И бьем. Да, три. Ну, одну я случайно потратил мимо. Звук, звук. Почему звук? Долго играл. Ой, как приятно. Ой, это уже второй патрон.
А, это нормально. Ну давай, 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 подойди. Иди, иди, иди сюда. Я боюсь через проход стрелять. Ну подойди. Подойди, подойди. Нормально. Что за звуки? Зачем они? Еще один унитаз забился. Дрожжей понакидали. Ой, хорошо. Это выстрел прямо патроны. Где эта золотая антилопа? Шприцик. Шприцов, кстати, 3 штуки. Не, в этот раз нормально, но я очень... Так. Очень старался. Не, показалось, дома шприц. О май. Вот, получается, дальше идем. Вот это настоящий хоррор. Я так боялся. А, классно, смотрите, руки тянутся. Ой, как красиво. Да, художественная составляющая очень сильная в этой игре. Как будто магнитное поле отталкивает этот фонарь. Что же там спрятано? Специальный инструмент, чтобы в глазу ковырять, да? Угу. Звук классный. Все, круг замкнулся. Можно подниматься наверх. Мы плюс-минус все осмотрели. Угу. Нормально. Вроде выигрался. Надо какое-то время, чтобы войти в игру. И морально, и физически. Плюс враги сложнее пошли. Так, все. Проковырял все, что надо. Ключик, отлично. Красивый. Наверное, под пальцем там не видно. Да. Ключ с лазуритовым глазом. Вот. Ключ, украшенный лазуритом, был внутри медицинского манекена. Лазурит. 7,2. Но это уже не так плохо, знаете ли. Можно жить и не тужить. Интересно, в этом мире как девочка будет выглядеть? Как мило. А не, я думал, заперлись. Лифт, кстати, это что, он не работал тогда? Очень, кстати, атмосферно и круто. Художники большие, молодцы. Все, немножко поплутал. Вот, первый замок. Угу. Первая цепь ушла. Можете сохраниться. Еще две. Постоянно тройка здесь. На каждом уровне загадка состоит из 3 элементов. Три монетки, 3 браслета, 3 замка. Кто здесь? Вылезайте давайте! Хватит меня запугивать! Не люблю такие узкие помещения. А что, ничего? Здесь хода нету. Ну, все кишит прямо.
Да ладно, сразу! То есть, если хорошо попасть, то падает. Вот оно как. Я так понимаю, не в голову надо. Все равно куда, лишь бы больше дробинок попало. Кто-то мощной струей разбил писсуар. Наверное, очень гордый ходил. А, идет. Сволочь. Сиськи лучше всего. Там площадь больше всего. Я думал, змеи уже какие-то. Были бы сиськи меньше, сложнее было бы убить. Да и видишь, отрастило. Ключ нужен. Как будто машина сигналит. Да куча звуков всяких. Все, что можно, понабрали. Ой-ой-ой-ой-ой. Два, три. Нормально. Но было на грани. Мог и ударить. Было обидно. Постепенно все лучше и лучше становится. Тут тварь, наверное, надо было большей степенью рукопашкой бить, да? Я потратил все пули на него. В смысле, мясо в металлическом корпусе. Как будто в пробке стоим. А, это мы здесь были. Так, секундочку, а где я еще не был? А, прямо от кабинета директора, а там не закрыто? Слушайте, не узнаю места эти. Так все поменялось. Вот, кабинет директора. А, ну правильно, ключа у нас нету. И никуда мы здесь не пойдем. Да, завесили, смотрите, проход. Помните, я когда сказал, что все, двери закрыты. А типа тогда были открыты. Теперь все закрыто. Видимо, когда я ключ в замок ставил. Теперь назад пути нету. Пойдем по цепи. А, ну вот штука. Во, и все. Ты сволочь какая. Можно отсюда пострелять аккуратненько, кстати. Можно фонарик выключать. Я, по-моему, вообще его не выключаю. Как-то попробовал, все равно напали на меня. Почему такая дистанция маленького фонарика? Типа волшебный мир. Тут свет распространяется по-другому. Плотность особая воздуха. Микрочастицы не позволяют. Где это черное? Мать милосердия. Столько объектов, сразу врага и не увидишь. Давай ломать. Таблетки. Я думал, сначала окурки. И что? Что это все значит? Это должно нас на какие-то мысли наводить? То есть кто-то не стал пить таблетки, а выкинул? За мной наблюдают уже год. Сколько мне скормили таблеток. Когда приходит час грохота, я содрогаюсь, когда меркнет свет.
А, и пароль сверху. Ага. 4 вопроса. 14-16, возможно. А, часы, посмотрите. Часы что-то значит. Смотри, как это темнеет. Смотри, как темнеет. Скоро станет темно. Окей. И там нету стрелок. Как понять? А, в темноте. Ну, надо, чтобы темно стало. Выключить свет как-то. Тогда мы увидим. Я так понимаю. Самые мразотные твари, вот эти вот. Хорош. Еще нормально. Ну, как страшно было. Это все зазвенело, они бегут. Что за нарушитель тишины и порядка? Они одинаковые же, да? Они с ножом. Их один раз бьешь, и все. Они часто атакуют тебя, пипец. Хорошее оружие для них. Два. Все? Что за шаги? Свет идет. И чё? Так, чувствую, какая-то интересная загадка, но до конца не могу понять. Ну не надо же мне стрелять из оружия, было бы странно. Тем более пульки я не потрачу. Так не просите. Кто-то здесь. Взорвется сейчас. Падла. Ну, пердела. Ладно, потратил. Не было времени менять на пистолет. Классные звуки добавляет. Кто-то где-то прошелся. Какое-то дыхание, скрежет. Обалденно. Я не припомню, чтобы где-то настолько же классный звук был. Слышите это? Кто-то пробежался. Редко повторяется, очень много разных звуков. Ну вот, тут кормился более-менее ульками. Во. Тут пространство такое большое. Очередной туалет. А, это сюда вышел. Ввести код, который там.
14-16. Ну, давайте попробуем. Не, неправильно. Надо дальше думать. Ну, пойдем подумаем. Шесть пилюль. Смотрите. Единица. Количество пилюлей 6. 1, 6, 2. А вот свет 2. 2, да, свет? Редко две одинаковые цифры бывают, это странно. Ну, 2. 2. 6. Ну, не совсем такая очевидная, но интересная загадка. Если я правильно понял. Так, еще раз смотрим. 1, 6, 2, 2. Да ладно! Окей, ладно. Нормально. Ну, не супер, но неплохая загадка. Я ожидал чего-то более крутого. То есть выстрелено все было вообще там обалденно. Я думал, надо свет выключить, посмотреть какой-то момент, когда темно, что-то увидеть. Ну, ладно. Просто банально было посмотреть на записку. Что там нарисовано. Так, следующий путь надо сохраниться сначала. А, на этом серия заканчивается. Всем, кто смотрел, благодарствую, до встречи. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, делитесь видео и всего вам наирас прекраснейшего. Ха-ха!